nothing to behold. Elegant and bold. Нас объединяет любовь к спорту. Она практически ежедневно бегает, прыгает, занимается. Даже когда я хожу на тренировки, играю в футбол, даже тогда она не отпускает меня, ходит со мной и все это время бегает вокруг по стадиону, не сводя с меня глаз. Розы, кафе, все-все-все как надо. Знакомство с мамой сначала, потом с папой. Все как должно быть. И в один прекрасный новогодний вечер, если быть точным, то был старый Новый год. Мы оказались рядом, и с тех пор мы не расстаемся. Скажи так, он, наверное, добился моего внимания. Через какое-то время, не сразу, я пошла на контакт с ним. Мы встречали Новый год. Тут неожиданно я достал кольцо из своего кармана, вручил и сказал: будь моей женой. Конечно, сразу согласилась. Как можно вообще думать? Сразу. Мне кажется, у нас будут очень красивые дети. Очень красивые и очень умные. Нас ждет крепкая, счастливая семья. Я считаю, что это самое главное. Машины, квартиры, как бы, они, в принципе, как бы есть, но в этой жизни, наверное, все-таки это не самое главное. Самое главное, в будущем мы будем любить друг друга, ценить и уважать.